Это кабинет психолога. Психолог. Вот. Как он выглядит. Вот. Вот. Психолог. Кабинет. Вот. У него вот тут такой шкаф. Вот. У шкафу вот тут стоят книги. Вот. Книги стоят в шкафу. Вот это стоит тут статуэтка такая. С двумя детьми вот. Тут тоже такая красивая статуэтка стоит вот. Вот. Шкафы тут запечатаны, чтобы в них не лазили. Вот тут что-то висит вот. Вот тут. Это дымоход вот. Вентиляционная труба. Вот такая вот. Вот это вот ваза. Вот что лежит на шкафу. Вот. Вот такие вот интересные вещи вот тут вот лежат. Папки вот. Вот это вот корзиночка, я еще не знаю что. Вот тут тоже много всего лежит вот. Неизвестное точно мне. Что именно, поэтому все перечислять не буду. О, непонятный порошок какой-то лежит. Да. Сомнительные вещи тут тоже попадаются, вот. Что могу заметить. Тут сомнительные вещи тоже вот попадаются. Вот, чтобы писать, ручка. Вот такая вот ручка, вот. Тут. Это вот стол. Вот эту часть я, к сожалению, не показываю. Она вот такая мутная и останется вот. Это нельзя показывать. Вот это вот компьютер. Вот компьютер. Это вот принтер вот тут такой вот. Это клавиатура вот тут, мышка вот. Ну а с этой стороны вот. Такое вот окно вот тут видно. Красивое вот окно.
ним вот тут лежит вогнегасник. Вот такой вот. Вот это ведро. Вот тут. Такое окно с решеткой. Вот так же. Ну как его показать? Сертификат вот. Висит. Картина вот. Еще вот такой вот сертификат висит. Также тут висит вот такой сертификат. Сертификаты можно читать, поэтому я их не скрываю тут. Есть розетка. Это выключатель, вот. Когда выключателем свет включаешь, то тогда включается, ну, вот, люстра, чтобы показать, надо свет выключать, пожалуй. Вот тут на стене такая картина чудесная висит, вот. Кстати, вот на этой картине, вот тут, очень красиво, кстати, вот. Вот. Как. А вот тут прям такая интересная картина, что я ее покажу чуть-чуть ближе, тут, по частям, потому что сразу ее мелко увидеть невозможно рассмотреть, поэтому тут показываем данный эпизод картины. Вот как оно вот есть вот. Вот в общем. Вот такой вот кабинет. Вот тут вот телефон. Мобильный. Телефон вот. Телефон тут вот мобильный. На полу тут. Крылым вот, вот такой красивый на подложе вот. Вот, вот тут такие стулья. Стулья тут вот такие, чтобы на них сидеть вот. Кому понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно буду удивлять еще новыми видео.